Hey, yo guys, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру под названием Dead Kills. Ну что, погнали? Так, настроечки сразу, видео. Полный экран, включите, яркость, вспышка, звуки. Вот так. Брус, настройся, язык русский, рацион мясной, вегетариан. Вы можете поменять внешний вид продуктов питания в игре. Это изменит... Так, изменение носит исключительно эстетический характер. Мясной, а-ля Кастельвания, вегетарианский, фрутарианский, рацион монстра, французские багеты. Игровой процесс, так, обучение управления, так... Кувырок готов. Автоматические кувырки. Так, вот такого и интеграция. Хитрые настройки по умолчанию играть. Так, для использования этого режима игры нужно настроить службу протокольной передачи. Поэтому нормальный режим. Погнали. В тюремной камере. Помещение тюрьмы выходит в внешний двор, поэтому узники могли выбирать между чем-то там. Так, прыжок. Ой, рассинхрон. Бец рассинхрон. Нормально? А, ты тот самый безголовый парень, которым повсюду... Парень, который повсюду шныряет? Да, именно я. Что такое? Проглотил язык? Ах, да, точно. Языка нет. Ну, должно быть странно это... Восстать из мертвых. Да, такое себе. То есть, ты же заметил, да? Умереть больше не получится. Я ни о чем... Так, и не очень понимаю, как это работает. Но ты не первый, с кем это случилось, если тебе интересно. А где остальные? Ой-ой-ой, что-то, знаете... Звуки, нужно потише музыку сделать. Музыка так и орёт. Лады, что у нас здесь есть? Так, ученический лук 1, 100 урона, боезапас возвращается после того, как враги убиты, нельзя продать. Так, старый деревянный щит, поглощает 75 урона, 15, то есть 30, ну я типа пример показываю. Удержите кнопку, чтобы частично поглотить урон, нажмите так, чтобы пытаться парировать удар и весь урон, и поглотить весь урон. Ну, возьму лук. Так, R открыть. Так, хорошо, допустим. Вон такие. Не, лучше меч юзать. Так, ладно, shift, это перекат. Блин, я надеюсь, на записи не будет рассинхрона этого. Потому что будет обидно. Ах ты, говнюк, он через стены, слышите, херячит. А, все, да? Не покидаешь больше. Так, лучники. Виток силы повышает любой из трех показателей. Хотел сказать характеристик. Так, выберите увеличение. Брутальность, тактика, живучесть. Так, 15 урона для красных предметов, 50 жизней. Тактика, 15 урона для фиолетовых, то есть для луков. Хорошо. Живучесть, 15 урона для зеленых предметов.
60 хп. Давайте брутальность. Пускай будет лучше. Больше дамага у меня с руки. Так. Что такое за сияние только что было? Так. Указ. Указ с печатью короля. Кастен, это прямой указ, адресованный лично тебе. Другие не должны о нем знать. Перестань проверять входы в тюрьму до тех пор, пока не будет приказано иное. Письменный стол. На всех бумагах подписано несколько Кастена. Так, высокопоставленная птица. Это ж уж точно. Нихера себе. Может, он припас деньжат на черный день? Так, книги. На полке несколько книг. Управление тюрьмой для чайников. Мостостроение с древности и до наших дней. Управление солдатами. Как завоевать их уважение без применения пыток. Организация тюремных ворот. 10 простых указов. Номер 8. Вас удивит. Что? То? Блин, ну типа он удивляется, скорее всего. Я бегу, мне просто рассинхрон. Я не знаю почему, хотя у меня вертикалка врублена. Ого, щитоносец. Ого. Перекаты. Блин, а он мне не высоко прыгает. А он не достает. Он не достает, если я на корточках. Хо-хо-хо. О, один чертеж, кровавый меч. Так, лимонка. Наносит 63 урона, нанося средний урон. Короче, это, считайте, бомба, которая кдшится. Окей. Сундук. Негомет. 2. 58 урона. Замораживает врага перед вами, не нанося урона, если цель уже заморожена. 25% урона, если враг оглушен. Вместо лука, конечно. Посмотрим, как это будет в деле. А, все продается, дружок, все. Чего тебе? Хе-хе-хе, вот это прикольная тематика. Заморозить и просто избивать. Какой-то камешек выпал. Ой-ой-ой. А не убежишь ты. О, блин, я не прочел, что он дает. Так, двойной лук. 121 урон. Две стрелы одновременно. Поглощение так, жадный щит. Скидки наверху показаны. А с этой стороны что? Еще один портал. Какая-то херовина непонятная. Так, телепорт. Если что, это у нас спидран. О, я могу открыть за деньги. Плати или проваливай. Заплатить. Литок силы. Конечно, я возьму для красного, плюс это улучшит мне мою бомбу. Лимонку, которую я не использую. Поев. Я немножко с прыжками не привык еще. Так,
Тропа обреченных. Ну, пойдем. Так, переход к тропе обреченных. Наконец-то минута покоя. Текущее время 3 минуты и 42 секунды. Посмотрите-ка, кто пришел. Я коллекционер, и, пожалуй, более приличная компания здесь внизу не найти. Так, приноси мне клетки врагов. В обмен на это я добуду тебе всякие полезные мелочи. Если тебе по пути попадется чертеж, приноси его мне, и я покажу тебе кое-какие экспериментальные образцы. Так, у нас 8 штук этих клеток. Целебное зелье откроется, да, у нас? Ой, я его начал прокачивать. Случайное оружие ближнего боя, случайный стартовый щит, случайный стартовый лук. Привоз товаров. Охотничья граната. Так, открыт новый предмет, целебная фляга. Фляжка. Так, открывает целебное зелье, которое можно использовать в любой момент. Так. Целебное зелье можно использовать 2 раза. После смерти у вас остается до 3000. Ну, вначале я не знаю, в принципе, если хороший дроп, можно и купить. Так, случайный стартовый лук. Стартовый лук случайным образом выбирается изо всех открытых луков. Это понятно. Так, вечное улучшение. Вечное. Переработка. Так, превращайте предметы, найденные на земле или в сундуках, в золото 7% от закупной цены. Так, привоз товаров. Обновляется ассортимент магазина за очень разумную цену. Охотничья граната. Открывается охотничья граната тюремных камерок. Этой гранатой проще находить редкие чертежи. Окей, в принципе, лучше, конечно, хил, я думаю. Но он очень дорогой сейчас. Давайте лучше запас тогда денег. Здравствуйте, уважаемый юзник. Так, доступ, 1 мутация. Так, мутация, удержите, поговорить с гейеном. Так, выберите 1 мутацию. Отменить все мутации. Так, 19 урона в течение 15 секунд после убийства врага. Охереть. Это комбо. Так, пиротехник, минус 43% ко времени восстановления гранаты. В принципе, лимонка, если это гранат, то это тоже хорошо. Мутации, тактика, так, эффективность. Так, минус 30% ко времени восстанавливания всех навыков, кроме гранат. Херня. Мутация, живучесть. Некромантия, восстанавливает 2 здоровья после смерти врага. Хотя это, смотря сколько у нас сейчас хп, это мало. Общая мутация. Байпас... Боеприпасы. Боеприпасы для вашего оружия в 2x, вдвойне увеличены. Юидар Айрус Лиокс. Лишь один раз спасает вас от безвременной смерти. Мертвое нутро, 30% здоровья. Конечно, здесь лучше брать это дамаг. Вы что, гоните? В течение 15 секунд. 15 секунд! Камон! Так, подтвердить. Отлично. Куча трупов. Забавно. Все они напоминают меня? Ой. Ну, типа, подумал такой. Такой, почесал свою головёху, которой у него, к несчастью, нету. Так, применить. Здоровье восстановлено. Тропа обреченных. Пойдем, посмотрим. Тропа обреченных. Было время, когда здесь можно было услышать птичьи трели. Теперь повсюду звучат лишь липкое карканье ворон. Текущее время 3 минуты 42 секунды. А если посчитать, что сейчас уже какая минута идет, ребят, у нас? Правильно, большая. Нужен ключ садовника. Уи, там рецепт. Я не знаю, какие он. Просто разнос.
Опа. Надо брать. Найден чертеж. Спортивные сандали. Спортивные сандали — это прикольно. Ого, ого. Малахит. Так, малахит встречается часто, но за него вполне можно выручить 350 Р. Ой, меня немножко коснули, это плохо. Давай, 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 давай. Вниз. Давай вниз. Открыть. Эта дверь закрылась 3 минуты и 12 секунд. Ты чё? Блин, ладно. А, то есть кнопка вверх тоже прыжок. Теперь понятно. Теперь ясно, понятно. Значит, нужно привыкать к такой механике. Ой, чувствую, я первую дорогу выбрал. Что это за камень? Ладно, плевать. Так, статуэтка. Так, ХП. Это F-ка, окей. Ринг. Поехали. Тихо-тихо, чтоб на меня тот не напал. Так, выберите одно из улучшений. Фиолетовое орудие, либо ХП. Урон для зеленых предметов. На самом деле... Если так выбирать... Просто вынес мусор. Тихо, тихо, тихо. Успел. Манекенчик. Ага. Минус. Ой. Тихо, что? Постучаться? Никого. Давай я отхилюсь. А, ну плюс еще не полностью восстанавливает. Так, ладно, куда-то я спустился. Откроем. Парные кинжалы 3. Нихера дамага. Так, последний в связке из трех ударных будет критическим. 100% урона, если враг горит. Ну. Ну, я думаю, можно попробовать. Так, задержка, да, есть. И радиус есть. Так, аметист, который я снова не прочел. Блин, а у меня хила больше нет. Можно за...
кирпичике нужно грохнуть. Короче, когда они размораживаются, можно их просто заново замораживать, да и все. То есть они проблем. Ноль проблем. No problem. Текс. Окей. Непонятный тотемчик, который можно почухать. О, здорово. Дубина, одно и что-то на выбор, да? Лимонка. А ну, если я трачу... Ага, вторая лимонка остается, отлично. Перейти. Просто разнес. Так, неизвестный артефакт подобрать. Роглайк игра. Открыт новый предмет. Руна лозы. С помощью этой вечной руны можно вырастить лозу и куда-нибудь забраться. Прикольно. Я не я. Уи, лоза. Там просто мышка появилась. Блин, мне нужен переход, потому что у меня как бы этот. И чертежи, и души. Не? Как бы... Опа, как мне туда попасть? Там розу я вижу. Что? Статуя короля острова. Как он в этом шлеме вообще что-нибудь видел? Удивленный ты наш. Ой-ой-ой, чуть не закоцался. Готово. А мечи жесткие. Шипы были, фу, я чуть на них не наткнулся. Не, ну видно. Оружие жесткое. Просто. И все. Просто. И все, нету. Нет. Как будто и не существовало его вообще. Так, туда тоже можно как-то попасть, только вопрос как. Ладно, значит сюда еще нельзя. Может, у меня должна быть способность двойной прыжок. Черт. Плохо. Херово. Это метательный нож 8. Урон маленький. Просто возьму, чтобы был как активный, наверное. Как найденный. Привет. Мне нужен свиток. Конечно. Блин, 60 урона. Ну, хп. Мне хп нужно. Сорян. А мне это не до... Типа я не дамажусь, да, если... О, еще свиток сила. Конечно, урон возьму. Тут и разговаривать нечем. Оу. Все продается, дружок. Все. Стоп.
У меня второй, да? Это третий. Я куплю, почему бы нет. Потому что он лучше моего. Какие варианты? То, что лучше моего, я покупаю. А, то есть теперь механика типа с водой связана. Прикольно. Замораживаешь, просто режешь и все. Если челик разморозился, просто берешь его, коцаешь и все. Просто в помойку его так. Фу, просто. Фу. Эта дверь должна открыться откуда-то еще. Здесь я не могу пройти. Да, типа замораживается все. Ладно, мне только сюда. А ну а там есть что-нибудь? Я там только шипы. Тюремные башни. Переход к тюремной башне. Клетки – редкий и ценный материал. Практически стоят того, чтобы... Что-то там. Ну-ка, ну-ка. Кто это у нас тут? 25 клеток. Превращает предмет. Блин, можно, в принципе, это взять. Ненужные предметы, чтобы превращать. Почему бы нет? Я только за. 15%. Больше ничего там нового не открылось. О, кровавый меч за 5. Вызывает кровотечение. Блин, это уже нужно потом все делать. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый узник. Что ты можешь мне дать? Блин. Да, возьму здоровье. Пипец у меня. Нужен хил. Могу я сейчас... О-о-о-о. Какой у меня хипешек. Поехали. Но серии, вы понимаете, будут длинными, потому что... Это нужно еще сдохнуть. В тюремной башне. Стражники поднимались в башне при первых признаках хвари. Но это не помогало. Хвари. Текущее время 13 минут. У нас же сейчас будет 28 минута. Да-да. Башни мои. Мои вы любимые башни. Заморозил, убил. Супер тактика. Дрил. О, привет, свиток. Урон либо хп. Ну, хп здесь уже очень мало дает, поэтому вопросы, надеюсь, нет. Длинная дорога это плохо. О, здорово. Лимонка. Хо-хо-хо. Чего бы тебе поставить? Урон, если враг истекает кровью. Конечно, возьму вместо этого. Денежка. Потому что там хотя бы что-то дают еще. Интересно, вот там за дверью, которая на время. Что там дают? Тихо. О, тут тоже такая дверь есть. Эта дверь закрылась 6 минут назад. Ого. Иточек. Урон. Хотя мне не урон, как замедление, поэтому лучше хп. Понял, это была плохая идея. Я мог там еще сдохнуть. То, что я вижу там.
Там пустота. Так, прямая прогулочка. Во-во-во! Хотя бы вот эти пипец его там раскровоточило. Нет, что-то я думаю, туда опасно идти сейчас. О, блин. Видишь? Через твою херячить плохо. На один предмет поддержка. Не могу все равно открыть. И херня. Как мне вот обманывать их? Да нужно втихаря как-то выламывать двери. Чтоб они вообще не видели. Эти челики рели опасные. И там еще этот. Ну нахер. Я лучше по прямой пойду. Блин. Нихера их от мяса. Получи, получи. У меня скорость. А, не открывается, окей. Ладно, думаю, вниз плохая идея идти. О, свиток. Свиток, отлично. Пэлли, урон. Больше урона, быстрее убиваю. Логично, логично. Свиток силы с него выпал? Нихера себе. Понятно, что я выберу. Уйди, пожалуйста. Я предупреждал. Теперь он боится. Сами виноваты. Так, я понял, туда я не могу никуда уже пройти. Куда мне тогда отправляться? Там я сдохну, скорее всего. Хочу никуда сюда внутрь заходить, там эти... Сраные эти маги. Ух ты, черт! Что он делает? Ах, черт, я же сдавал вас. Что за хера, народ? Ух. Ой-ой-ой. Тихо-тихо.
справляюсь, я надеюсь. Я иду, что надеюсь, думаю хотя бы туда, куда надо. Черный мост. Ну, пошли. Так, переход к Черному мосту. Милый, правда? Тащат эти огромные, че вот этот там. Ну-ка, ну-ка, кто это тут у нас? Так. 120. Так, ботиночки. Так, оружие ближнего боя. Брутальность. Так, отбрасывайте врагов назад и прерывайте их атаки. Если враг ударился о стену, нанеся ему дополнительный урон. Это Dead Kills. Поражается наш челик. Ладно, давайте золото прокачаю. И вкачаю их. Тапочки. И меч. Дальше будем хил качать. Хм. Вызывает кровотечение. В течение... И враг сама... Ооо. Ну блин, тут огромянный урон. Ну там 50%, поэтому... Здравствуй, здравствуй. Так. Давай я возьму... Восстановление гранат. Отличненько. Здоровье восстановлено. Скорострельность отличная. Пипец у меня попла. Так, черный мост. В старые времена мост связывал тюрьму с деревней. Поэтому сейчас буду... Мне не нравится. Привратник. Нравится мне. Что ты хочешь сделать? Воу-воу-воу! Я не могу его заморозить. Нужно выпить. Во-во-во. Почему я тебя заморозить не могу, приятель? Тихо, 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 приятель. Во-во-во! Парниш, ты немного перегрелся. Тихо-тихо-тихо-тихо.
Ух, я его убил. Это босс? Это босс. Дудос. Малахит. Подобрать. Тяжелый арбалет. Так. Тихо. Золотой зуб. Зуб стоимости 40. Малахит. Малахит встречается часто. Кингомет. Сколько урона? Так. Неизвестный артефакт. Открыт новый предмет. Руна испытаний. Эта вечная руна открывается доступ к ежедневным испытаниям в тюремных камерах. Переход к деревне на двоях и дремлящие храмы. Перейти. Так, проход к деревне на своях и дремлящему храму. Привет, мелочь. Ты добрался сюда живым? Ну, живым. Ты знаешь, о чем это я? Я кузнец. Работать вместе с соседом, коллекционером. Да-да, я понял. В обмен на клетки я могу улучшить твое снаряжение. Найдено 0% найденных предметов будут качества. Понятненько. Закрыто минут 8 назад. Ой, бля, то есть я должен выбирать еще, куда клетки мне принести. А, закрыто. Так, ну это у нас уже была анимация, поэтому погнали. Фу, пипец, я думал, я сдохну. А, я понял, окей. Так, деревня на своях. Идем, деревня на своих. Эта деревня первая столкнулась с эпидемией хвори. Сначала они хоронили своих мертвецов, но вскоре с мертвецами пришло сражаться. Так. Воу. Пипец я эффектов даю. И заморожение, и кровотечение. О-о-о! Еще одна статуя короля вместе со стражником. И очень большая. Даже слишком большая? Нет. Слишком большая? Нет. Ух ты ж, ё-моё. Во-во, он хотел меня ударить? Во-во-во, что за слизни? Видишь? Блять. Он оп... Их, короче, лучше, как я понял, не убивать. Как я понял, их лучше не убивать. Нужен ключ. От кого? От деревни? От деревни. Где мне его тебя взять? А, вижу ключ. Спрыгну на него сверху. Так, с ним играться. Хотя... Воу, блин. Пожалуйста, не умирайте. Хотя посрать. Этому я вообще урона не нанес.
замечательно. Так, ключок. Ключ от деревни. Назад к выходу. А, типа, я понял. Открыто при помощи ключа от деревни. А если поверх... А, поверху не поднимусь. Мне вот эти жуки на самом деле пугают. А, так это от моего меча отравление то пойдет. И так я вижу, сколько у меня хп. Зачем мигать? Или ты хочешь, чтобы я воспользовался? И... Не-не-не, тихо. Я возьму тогда и свалю. Я упал за клеткой и чуть не сдох. Так, там можно получить монетки. Разбить. ХП. 2К ХП. Жестко. Замечу, что это первое прохождение. Главное, я понял, это тупик, оказывается, был. Интересно, он все время был тупиком? Тут магазин какой-то. О-о-о! Я боюсь этих живых насекомых. Ну нафиг отсюда, лучше выходить. Просто побегу вперед. Он не успевает меня грохнуть. Пиявки. Значит, что яйца, да, были пиявочные? Нужен ключ от... Понял. Понял, принял. А как мне? Да понял, окей. Блять, я не могу допрыгнуть. Ложечным. Так, найден чертеж. Портовый щит. А, АЕФ. Что вы мне предлагаете? И мне этот ключ искать. У меня ж был ключ. Класс. Великолепно. Попытайся теперь его найти. Блин, мне нужно сюда, получается. Там где-то наверх тогда я смогу добраться. Их лучше не убивать, потому что меня разделяются. От них очень мороки много.
очень много мороки. С кусков. Знак силы. Урон. Вижу. Во-во. Тупые жуки. Пошли за ключом. Во. Кебаб. Восстанавливаю 15 здоровья. Пожрать. И по хилке. И по хилке, почему мне нет? Так, полетели. Отправляемся открывать сраные двери. Вверх. Не, тихо, не там. Я понял, там ничего не было, оказывается. Часовая башня. Так, переходим к часовой башне. Говорят, хорошо заточенный клинок сильнее ранит. Пипец, я уже долго гамай, слышите? Забег долгий. Ну-ка, ну-ка, давай посмотрим, что я тебе могу дать. Джорл, блин, нужен. Рандомный меч мне тоже не нужен. Хилку нужно вкачивать. Эй, ты! Я работаю на кузнеца. Могу починить снаряжение подешевле. Знаешь, вообще мне бы и не было этого делать. Пусть это остается между нами, ладно? Окей. Так, ну давай, сколько у тебя есть? Да мне до хера. Лучше до... Качество плюс эпитек. Ну, это спорный вопрос. Перековывать? Да лучше улучшу. Да, мне все равно денег до хера. А ты мне ни хера не предложишь, окей? Буль-буль-буль-буль. Часовая башня. Давным-давно хранительница времени получила у короля разрешение на то, чтобы построить эту огромную башню. Каким были условия договора, никто не знает. Текущее время 31 минута. Прикинь, сейчас такой бам-бам. Нету времени. Так, сюда могу забраться. Здесь проход. Нет, значит, это типа лестница. Часовая башня. Кто из них опасней? Большой или маленький? Нахера себе! Чё такой жесткий? Хера себе! Ты бомбандир, слушай. Всё, он умирает. Пипец. Дивись.
Хорошая ли была эта идея? Тихо-тихо-тихо! Что-то это даст мне целесообразное. Малыми я тоже сражаться не хочу, если большие такие жесткие. О, они телепортируются. Тихо-тихо, хп, хп, хп. Тихо, хп, 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 хп. До свидания. Я не хочу туда идти. Я сейчас сдохну. Ну, забег. Ну, ладно, давайте, короче, туда влево. Тихо, пошел в сраку. Открыть. Магический журнал исследований. Тело, погруженное в новый раствор, меняется не так быстро. Нужно сделать вытяжку из раствора и обработать на остальных добровольцах. Здесь нам ничего, да? Сейчас выхожу там врагов. Пока. Да, можно идти. Куда я попал? Я еще в жопу лучше попал. Народ. О-о-о. Кого? А что тут откроет? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Я хочу уйти. Черт. Тюремные камеры помещения тюрьмы выходят во внешний двор, поэтому узники могли выбирать между крысами и воронами. Уже вернулся? Похоже, тебе нелегко пришлось. Нет-нет-нет. На самом деле, очень. Ты знаешь, что всякий раз, как умрёшь, всё немного меняется? Нет, не замечал. Можно даже подумать, будто остров живой. Очень странно, не находишь? Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.